Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня мы расскажем, как снять замок зажигания Mercedes в кузове W212. Снимается замок зажигания вот так. Скручивается накладка на замке. Можно это сделать либо таким инструментом, либо... Просто отверткой можно вот так вставить и провернуть. Плоской отверткой. Оно проворачивается. Либо двумя плоскими отвертками. Так, дальше можно вот такую штучку поставить и... И он туда провалился. Либо пальцы можно. Да. Следующий открываем бардачок. Вот тут есть такие штырьки. Мы их поддеваем. Достаем. Дальше есть дефлекторы. В дефлекторах есть специальные стопорки. Нужно вставить отверточку. Поддеть вот так. И тянуть на себя. То же самое с этой стороны. Поддеть и потянуть на себя. Все, дальше снимается декоративная накладка. Следующее. Опускаем руль, чтобы было удобнее. Тянем на себя. Снимаем вот эту декоративную накладку. Она просто снимается. Дальше снимаем вот эту. Далее нужно снять вот эту накладку, опустить руль и натянуть ее ближе сюда. И получить доступ. Дальше мы берем руками больше на ощупь, отснимаем два шлейфа и с коробки передач. С замка зажигания снимается, да, шлейф. Ну, это делается все на ощупь. Можно посветить фонариком, посмотреть, как оно больше снимается. Вот замок уже практически в руках. Мы его потихоньку достаем. Вот. Вот через эту дырку мы достаем. Замок уже у этого автомобиля был заменен ранее. Все. Вот. Заняло все это 3 минуты. Если у вас проблемы с замками, обращайтесь к компании Кибай. Также может изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш замок зажигания. Также решаем вопросы по блокиратору руля. Обращайтесь.